Если выехать за пределы красной зоны, то можем увидеть вот такие вот домики. То есть мы видим, что за пределами зоны качество текстуры и так далее может быть существенно хуже. Даже вот если подойти к обычному домику, который вроде получше выглядит, то тоже, в общем-то, достаточно хреново. Так всяк, в общем-то. Достаточно позорная текстура. Ну, просто позорная, без достаточно. Здесь то же самое. Метро закрыто. Интересно, ведь оно откроется к релизу? Да хули вы тут пушкой своей дебильной машете? Ха-ха, зависли, бля. И чё, мы так долго будем стоять? Да, всё-таки за пределами района игра глючит. Продолжим завлекать дурачков. Сейчас посмотрим, они умрут или нет. Опа, как он выпал и утонул. А второй? Так, еще какой-то дебил за мной вязался. А второй тоже умер. Видите, как смешно. При въезде в воду автоматически умирает. Он не может... Местные люди не могут соприкасаться с водой, ну, кроме меня. При этом они все дохнут. Вот этот тоже сдох. Это такая изящная проблема того, что, по идее, они должны выбираться из машины. Он так плавать не умеет, как это сделать. Ну вот, проще всего так, умирает сразу, да и все. И только я, блин, водолаз. А вот тут вот аномалия. Как в Сталкере. Туда бы гаечку бросить. Да нет гаечки в кармане. Но аномалия просто налицо. Нужно быть осторожным, в нее можно провалиться и того сгинуть. А тут у нас дыра. Бермудский треугольник. Да ты туда езжай, чё ты? Сышь, что ли? Вон тот поехал, красава. Оп! И в Бермудский треугольник провалился. Давай. Опа! Красавцы. Нырнул. Давай, ныряй. О, красава. Есть у меня подозрение, что разработчики, может, специально сделали такую возможность небольшого выхода за красную зону. Вот тут вот конец мира по версии создателей Мафии 2. Примерно он выглядит вот так вот. Ха-ха, вдали там дохера машин едет. Сейчас выйдем. Вон там цепочки. Тачек херачит. Кругаля хороводы возят. Уэнь. Прощай! Ах, эти твари, что ж вы это?
О, красава. Парни же правильно понял, что от него хотят. Выстрел в башку и прыжок в пропасть. Как день сурка, когда он пытался покончить жизнь самоубийством. О, ментяры опять подъехали. Он мне пушечку принес. Еще говорят, GTA не похожа на Мафию 2. А что же вот я по-вашему сейчас делаю? Это чистый GTA.